И всем привет, друзья, с вами я, Мартин, и это видео на моем канале. И давно не выходило видео вовсе. Это все из-за того, что начался учебный год. И многие из моих подписчиков знают причину, почему видео нет. И я все-таки пытаюсь из этих причин выкарабкиваться, можно сказать, и снимать для вас видео. Это видео про, как вы поняли, про Геншин. С каждым уровнем становится сложно. С каждым уровнем становится сложнее и сложнее добивать новый. Из-за этого я хочу сделать так, то что с каждым видео, чтобы было интереснее смотреть, мы будем добивать по 1-2 уровню. Так сразу по 5 уровней каждый раз я не смогу снимать. Ну, то есть добиваться. Иначе видео будет выходить на час. Но как бы ни вы, ни я не хотите этого, чтобы видео выходили долгие. Класс. А, еще и нельзя открыть. Входа в храм. Телепорт хотелось бы использовать. Вот как раз таки. Сегодня мы пытаемся добить либо 6-й, либо 7-й уровень, но возможно 6-й, так как 7-й будет сложнее и дольше добивать. Из этого сегодня у нас цель добить 6-й уровень приключений. Вот он, один из заброшенных храмов хранителей четырех ветров. Эти храмы пустуют уже давно, жители Манштадта сюда не ходят. Есть вероятность, что внутри нас ждут хиличурлы. Даже Ужас Бури покинул свой храм. Ужас Бури? Да. Возможно, поверьте, когда-то Ужас Бури был одним из хранителей четырех ветров. Не может быть. Погоди, ты тоже это почувствовал? С этим ветром что-то не так. Надо проверить, Мартин, осторожнее. Чувствую присутствие дракона. Ага. Будет сейчас сложновато. А у меня больше нет никого? Блин, жаль. Значит, начинаем. Сейчас, мне кажется, нам надо будет очень много всего делать, чтобы добиться 6-го уровня. Путствовать по храмам, например, либо же собирать всякие артефакты. Хопа, на, блин. А, надо было нажать, оказывается. А то я привык, что надо стрельнуть, чтобы это выполнить. Так, и здесь. А, понял. А зачем я это сделал? Если нам надо вот это. А, это сундук. Я даже... Найс, опыт приключения. Интересно. Explosive puppet Buried Bunny.
Получите, распишитесь, блин. Все, спать легли, молодцы. Так, еще что-нибудь есть? Ага, больше ничего нет, значит поднимаемся. Опять эти хили чурлы. Бам по башке. Да чё ты? Я понял, вспомнил, то есть. Так, ага. Прилетели, значит. О, это то, что нам надо. А, надо его уничтожить, кажется. Уничтожили. Я устал, но мы должны помочь Джин. Раньше мы могли поручиться за безопасность штата и его жителей. Благодаря Джин, конечно. Но сейчас, когда ужас бури напрямую атакует город, ведь раз изменили направление, мы должны поменять тактику. Неплохо сказано. Лиза любит так говорить. Кстати, о хранителях четырех ветров. Если хочешь знать побольше о нашей истории, лучше поговорить с Лизой. Не то чтобы я не знала нашу историю, просто в смысле библиотекарь наверняка должен знать больше, чем просто скаут. Ага, то есть она скоро хочет сказать то, что она не такая уж и умная. Классика, чё сказать. Одним словом, она только что саму себя понизила в репутации. Хотя, с другой стороны, она и сказала правду. Ага, теперь нам надо пойти... Не, я к этому не пойду. А, ну хотя нет. Придется пойти все-таки. То, что ближнего. Ну и ладно, друзья, я присоединюсь, когда мы уже дойдем до туда. Ну и вот, друзья, мы пододвигаемся уже к другому храму, как я и говорил. Похоже, сегодня будет храмов очень много. Угу. Окей. А вот это. Подойди поближе. Ты чувствуешь этот запах? Это храм выглядит не так уж и заброшенным. Там должно быть слаймы, хиличурлы, что-то подлизывает дракона. О да, там должно быть весело. Вряд ли, скорее всего, чем опасно. Жаль, что храм Волка Север находится в таком... Уж давно никто не делает подношения хранителей четырех ветров, но ветра по-прежнему с нами. Сейчас настало время навести порядок в храме хранителей четырех ветров. Ага. Я понял. Так, сначала нам надо собрать лучше... Ай. Я понял. Ничего не соберем мы. Наконец-то у меня появился шанс сражаться с тобой бок о бок. Как думаешь, у нас получится хорошая команда? Рамбалка, понял. Ну, похоже, это да. И похоже, и как я помню, по старым моим... прохождением уже на другом канале, на первом. Сейчас со мной будет... А, нет. Я думал, то с моим подопытным будет Кэйя. Ну, не подопытным, а, типа, испытаемым персонажем будет Кэйя. Of... А, вот. И сейчас я буду за Кэйю играть, да? Да, все. Пробный, да, пробный. Hmm. If I'm not ага, значит, нам надо вниз. Experience. Враги могут намокнуть, если кругом вода. Крю навыки. А, замораживает. Опа! Kind of like опа!
Есть. А сундук есть? Я же как бы прошел. Чего? А. Ладно, извиняюсь. А, вот эта штука. Я помню. Вот сундук. Ах ты ж. Так, ага, хорошо, значит. Seems the path ends here. Let's use the wind currents to fly up. Я забыл то, что даже он так двигаться может. Надо вот так вот сделать. Ну и вот так вот тоже было бы хорошо. We should get Jean to give you a title and make you a knight. Speaking of, did you know? Storm Terror was once one of the four winds. I'm not aware of the exact details. If you're interested, you can ask the acting grand. Слишком много передвижений. А, серьезно, это все? Может быть, получится сегодня такое? Класс. Пипец. Браво! Браво! Мы подумали, что ты такой хороший боец. На блядь, это в храме было сплошное удовольствие. Спасибо, мне приятно. Скромность достойная. Спасибо, Маша, будет слагать легенда. Если у тебя найдется время, найди меня в одной из таверн. Отметь твою сейчас. Мы еще раз успешно скользнули из лап дракона. I can take care of the rest here. А по остальном я позабочусь сам. Вы можете быть свободны. Ну, мы пойдем тогда. Чёрные с жалкими интеллектуальными способностями никогда в жизни не смогли бы устроить такую засаду. Ты это все организовал. Ага, мне с ним сражаться, да ну мы сейчас. Эрторов, как обычно, сами не справляются. То процессы делают все намного более интересным. Ага, элементарная реакция. Интересно, интересно. Ну, Кэя, да, я понял. Я понял, то, что Кэя моя, и теперь нам надо будет двигаться еще 500 метров до туда. Так, смотри, хотелось бы сначала вот этот вот телепортик. А, это уже телепорт, то есть я понял. То есть нам сейчас вот сюда надо. Верно? Ну и ладно, друзья, я
Когда дойду до туда, включу снова съемку. Ну и вот, друзья, мы подходим к храму. К очередному храму, так будет понятнее. О боже, ты издеваешься, а что должен с вами сражаться? Все, я не сражаюсь, да, по факту? Аллилуйя. Привет, милашка, ты поможешь мне, как мило с твоей стороны? Обращайся ко мне, если тебе что-то понадобится. Это хороший вопрос. Большая часть это не физический труд, но интеллектуальный труд. А какой тогда? Сейчас опять того балякать, ты уверен? Ой, зачем я тебя установил? Из нарушенного потока. Я установлю исходное состояние храма, тогда мне станет чуть-чуть легче. Нифига себе здесь. Ладно, промолчу. Начать. Но я не хочу с тобой много разговаривать. Шутку в сторону. Шутки в сторону, я понял. Мы сейчас сражаться жестко будем. Все. Так, ну, элементальная, боже. Миндальная, может. Paimon, are you able to float across? А так было бы прикольно, элементальная. Leave it to me. А можно сделаю вот так? И просто на. It's an electro monument. А это монумент электро, я понял. Let me try to activate it with a bit of electro power. Stand back, sweeties. А, это не то. А, я не то сделал. А, я должен всех за 20 секунд победить, я вспомнил. У меня это получалось неизвестно с какого раза. У меня получилось чего? Я удивлен. О, кстати, уже 6-й уровень. Хотелось бы сказать. Да, ты, блин, давай. И... Я бахну по тебе, бабам. When it comes to web enemies, I've got them covered. О, поток ветра еще один. Oh, another wind current. Let's ride it up from here. И все это последний типа. А нет, сначала этих хиличуров надо победить. Я могу это сделать вот так. У меня же есть вот этот вот персонаж, который может сделать вот так. Опа, это ты зря. А, у нее поддержание к холоду, я понял. Come a little closer. Yeah.
Freeze! Oh, so sorry. Cool it! Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. Класс. Oh, you want to know about this gem? You're kidding. You're seriously asking? This is a vision. It's used by the Chosen to draw on elemental powers. In terms of mysticism, I suppose you could call it a magical lightning rod. What? You've never seen a vision? Just where exactly are you from? Are you a hilly churl with some level of reasonable intelligence? No, I doubt it. No, after all, hilly churls aren't exactly known for their smarts. And you more or less qualify to be a magister's apprentice. Все, я понял. Break it, and we can head home and relax. The thought of putting my feet up and relaxing has me all fired up. Испытание завершено, nice. It's one of those consolidated wind things. Дракон Востока, Лев Юга, Волк Севера, Сокол Запада. Это хранитель четырех ветров Манштадта. Они подчиняются Барбатосу, а не Анемархонту. Двалин, вот настоящий имя дракона. Он был драконом Востока задолго до того, как его стали называть ужасом бури. Теперь вы знаете, почему Двалин может полагаться только на три силы из четырех. Свои собственные он уже исчерпал. Из-за ненависти, я думаю. Кому? Ненависти к Манштадту. Это ненависть источник его зловещих сил. Именно она сделала его ужасом бури. Но почему один из хранителей ненавидит город, который он должен защищать? А теперь знать. Я дитя Манштадта, мне очень сложно об этом говорить. Ты можешь прочесть об этом здесь. Это случилось несколько веков назад. Ага, мне сейчас книжку дадут, типа. Ага. Лесной бриз, дополнение. Том о драконах. Интерес. Интересно, интересно. Очень, очень интересно. Так. О! Ветра нет, мы помогли Манштадту. И Лиза тоже новый персонаж. Наконец-то мы с этим закончили. Будем надеяться, что теперь поток стихий Манштадт все установлен. Вернемся к рыцарю Морды Фавонис, но если ты придумал что-то поинтереснее, то, конечно же, я пойду с тобой. Кстати, мы нашли еще один анимокул в одном из храмов хранителей четырех ветров. Наверняка мы найдем еще. Смотри в оба и не забывай делать подношение статуям. Пролог, глава 1, завершенная глава. Чужеземец. Говорит, слезы, пролог 2, доступно. Начиная с ранга приключения 10. Интересно. Ну и все, друзья, наверное, мы будем заканчивать на этом видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать моих видео. Всем удачи и всем пока-пока!